Еще одно событие, посвященное 30-летию вывода войск из Афганистана. В Красноярском доме офицеров торжественно открылась выставка картин и моделей военной техники. Она рассказывает об участниках боевых действий советской и российской армии, начиная с 30-х годов 20 века в Испании, заканчивая событиями, которые сейчас происходят в Сирии. Работа показывает и тяготы, и скромные радости военного времени. На отдельном стенде награды и знаки отличия бойцов. Многие экспонаты эксклюзивные и взяты из личного архива главы Красноярского отделения офицеров России. Но как солдат я еще бы хотел бы низко поклониться близким и родным наших воинов-интернационалистов, особенно нашим мамам и женам, которые ждали нас оттуда. Некоторые не пришли, некоторые не вернулись. Низкий поклон вам.